Вы готовы, дети? Да, капитан. Я не слышу. Я не слышу. Так точно, капитан. Продолжите. Кто проживает на дне океана? Спанч Боб Сквепенс. Что там дальше? Желтая губка, малыш без изъяна. Спанч Боб Сквепенс. Кто побеждает всегда и везде? Спанч Боб Сквепенс. Кто также ловок, как рыба в воде? Спанч Боб Сквепенс. Спанч Боб Сквепенс. Спанч Боб Сквепенс. Спанч Боб Сквепенс. Понравился тебе текст песни? Поставь лайк не ломопу, потому что он старался и считал эту штуку из интернета. Итак, мы с вами вернулись в игру Спанч Боб, комик, Космик Шейк, почему-то я всегда говорю комик, и мы остановились в моменте, что я собирал жижу, некую жижу, собирал, ну не жижу, а собирал из кактусов жидкость определенную. Нам надо теперь собрать больше кактусов высоко, и чтобы это дело осуществить, нам нужно идти вот сюда. Так. Я лечу. Так, вот тут есть какой-то спуск. Может, мне на лошадку стоит? Поехали. Конек-горбунек, неси меня вперед. Тыгрик. Конек-горбунек такой у меня зелененький. Зелененький он был. Ум, чекпоинт. Здорово. Да, капитан. Кто такой... Заслужил лайк, пишут. За песенку я заслужил лайк. Мне написали в чатике. Так, иду по трусам. Вон там трус. О, мостик. Оп-оп. Мостик гнущийся. Ты что-то скажешь мне хорошего? Большинство вещей лучше, чем удар острой палкой в глаз. Конечно. А еще лучше, чем удар палкой. В отверстие некое другое. Я думаю. Так, а ну-ка, попробуем так. О! По башке. Нет! Фу, видели, какой я? Какой я боец. Так, а что у меня здесь? Ух ты, секреточками попахивает. А куда мне нужно идти? Наверх. Ладно, это все разобьем пока что. Бум, бум-бум-бум-бум-бум. О, Моджелли. Тут проходик, понятно. Ну а там какой-то секрет, судя по всему. Давайте посмотрим, что там за секрет. Оп-оп. Так, тут какой-то паркурчик нас ждал, поджидал паркурчик с шариками. И чё? А где какая-нибудь монетка там, лопатка, я не знаю. Эх, нету ничего. Нету, я разозлён. Кстати, вон пузырёк, может, попаду куда-нибудь. Ум, куда я? Повыше. Пум-пум-пум. Не получается. Ладно, идём отсюда. Спаси меня! Так, спасли меня. Как мне теперь отсюда вернуться? Бум. Не понял, реально, как мне теперь уйти отсюда. Сюда я пришел, у меня трусы отобрали. Держаться. Хорош. Спанч Боб. Кстати, у меня такое ощущение, что это какая-то не губка Боб. Ух ты, кнопка. Я могу на нее нажать? Что-то какой-то сыр. Не нажимается. Кто такой? Какой-то зеленый. Ребенок, привет, мистер. Попробуйте побить свой рекорд по бабл-серфингу. Какой еще рекорд по бабл-серфингу побить? Не понял. Как мне это нажать? Пока что кнопка для меня недоступна. Может, попозже? Не знаю. Что-то мне не дают ее клоцнуть. Опа, бульбашка. На, держи. Батут расширяют мне, Так, это надо в первую очередь уничтожать. О, тут можно туда паркурить, а можно наверх лезть к кактусам. Ну, давайте сюда посмотрим. Не ищем легких путей. Вот и сюда. Оп, оп. Привет, друзья. Пузырёк вам. Бум. Бочка. Матрас. Надувной. Матрас. Трусички. Опа, трусички. Тут, так тоже можно было залезть? Тут что, два варианта? Можно было так залезть, а можно было так? О, тут тоже что-то есть. Попробуем рискнуть. Я такой рисковый парень. Вы знаете наверняка, что я рисковый парень. Так, хорошо. Опа. Что тут у нас такое? Некоторые люди настолько испорчены, что могут проглотить гвоздь, а выпинуть штопор.
Интересно, что там внутри с этим гвоздем в желудке происходит, что он в штопор превращается. О, привет. Пузыри, пузыри, пузыри. Кому пузыри? Бульк. Бульк. Так, трусы дают мне. Хотя мне они, по сути, и не особо-то и нужны. Вот там надувание. А тут что? Ой, тут закрыто. Пока ключик, видите, нужен какой-то. Бумс, не нажмем. Зря сюда так долго лез. Получается. Босс, это босс, ребята. Бум-бум-бум. Ого, два удара. А, куда ты свалился? Ауч. Аут, отталкивает меня. Аж подлагивает. На тебе пузыречек. Отталкивает, сильно причем. Этого я вывалю. О, раз двоих. Ты меня достал! Слизь, слизь, человек, слизь! Человек, слизь, уходи. Трусы давай сюда. Так, накачиваем. Фух, выкачиваем. Так, соберите больше кактусового сока. Мне нужно еще собрать, получается, один. Один, один, еще один. Это тоже разговорчивый черепок? Нет. Кружочек. По тени надо ориентироваться в своей низу. Может, кто-то пропустил какую-то бульбашку, но не страшно. Мне кажется, этих бульбашек у меня и так тут немерено. Так, тут целая. Опять! Война, опять борьба, опять война. Ударчик. Оп. Опа. Еще появились. Начали. На. Бум. Туда его, туда его. Бум. Двойной удар. Поняли? Бум. Есть, назад. О, он меня выталкивает за предел карты. Ого, он прячется теперь. А раньше не прятался так. Интересно. По башке. Трусы забираем. Абла-бла-бла-блю-я. Абла. А че эти шипы, да? Дамажат? Не, не дамажат. Жопой по шипам смотри. Массаж. Я думал, шипы дамажат будут. Не, не дамажат. Колючки. Не дамажат. Ну это, наверное, и хорошо, что они не дамажат. Так, еще не там трусики. Трусики, 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 труси, трусики. Бум-бум-бум. Получаем. Получаем сок. Наполните следующий бочонок соком. Этот. Спасибо, как тебя наполнить? Вот так. Кактусовый бочонок. Вот этот негодяй. Мистер Краб. О, мне нужно еще больше сока, малыш. Его уже называют крабом, видите? Еще больше кактусового сока. Носи мне еще сока, давай. Быстрее, кажущийся знакомым парень. А там его уже крабом только что называли. Я видел, что это он. Ты меня не обманешь. Так, вниз туда не спуститься. Ничего там не найти. Ну идем, подымайте меня на лифте на этом. Подымайте меня, подымайте, подымайте. Ух ты, там какие-то валуны. Развалил кабину. Бум-бум, тотемчики. Чекпоинты тут у меня. Так, а что с этим делать? Ой, что, надулось что-то? А, понял, уже меня обстреливают. Ну, этим, с этим я справлюсь. Бум-бум. Я вынесу быстро. Вот этот колючка, это самый противный. Держимся, держимся. Последний удар. Бум. Аж зуб подлагивает. Трусики даже мне не понадобились. Колючки, конечно, жестко сверху сыпятся. Так, почему здесь эта штука? Для чего она? Ну, туда перелезть могу. Ну, в принципе, мне, наверное, больше ничего и не надо. Вот тут какой-то тоже шарик есть большой. Как я до него должен достать? Стрельнуть просто? Ну вот. Но я его не заберу. Он ко мне не прилетает. Это особо большой шарик. А вон там мы потом к нему как-то доберемся. Ладно, идем сюда. Так, что здесь нас ждет интересного? Мостик. Ой, 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 держись, держись, губка-боб. Еще немножко.
И мне было бы кранты. Кранты, кранты, кранты. Оу, Моджелли. Так, мы нашли еще один кактус. Высасываем с него все соки. Здравствуйте, так. О, есть новый подъемчик тут для меня. Ковбой, ковбой. Ковбой, бумс, бумс, бумс. Так, что тут? Наверх можно сократить путь. По этим сундучкам, типа, можно счетерить, что ли? Опа! О, не ломок, читер! Читер! Ну там трусики, переход, там еще один кактус. Может быть, я могу для себя упростить проход? Не через верх, типа тяжелый паркур, а через верх вот так пройти могу, да и все. О, зачем вот это? Еще могу себя упростить, еще быстрее. Это что, типа, сделано для этих, как его? Для спидранеров? Кто хочет на спидране проходить там как-то? Так, ребята, я пришел к вам за кактусом. Дайте кактусовой жижи. Кактусовая жижа моя. Бумс, бочки что-то не берутся. Одну только разрушил. Ладно, что-то мне за... Я... Жадность во мне проснулась. Заберу бульбашки обратно пойду. Вот там что, трусы просто. У меня трусы и так в достатке. У меня целых 4 трусов. Мне трусы... Тут еще 5 не дают. У меня с трусами все ок. Игра называется Спанч Боб. Космик. Космик. Космик Шейк. Космик Шейк. Так, вот это. Бумс, бумс. Ползем дальше. Ой, тут сейчас бахнет сверху. Дождусь. А, ну долго идет. Какие-то рыбы. Рыба, это как называется? Рыба и... Не, рыба-ёж. Рыба-ёж. Пошла рыбу-ёж. Бумс. Пошли. Бум за спиной. Мне кажется, или все в этом мире пытаются навредить нам. Что-нибудь поесть, говорит, не помешало бы. Как-то особо пока я подкрепился, чайком залился, нормально. Так, что там писал? Короче, мы залейте сок кактуса в бочонок. А где мне бочонок найти? Это вон там наверху. Бочонок какой-то есть. Ой, звук иногда пролагивает. Что очень мне, конечно же, не нравится. Пошел вон. Так, тут паркурить надо. Ура, паркур! Dangerous. Да, согласен. Не самое приятное местечко. Ой, вот как подпрыгивает. Бум-бум, шарик, бум. Ого. Ничего себе. Так, куча трусов дается. Вы заметили, как много трусов дают? Похоже, ты проделал долгий путь. Будет жаль, если ты сейчас облажаешься. А что за табличка? На этом старом предупреждающем знаке написано. Назад! Рудник закрыт! Голодный! Голодный бычий червь. Это не шутка. Этот маленький червячок превратился в настоящую проблему. Схватывает. Сколько лет этому знаку? Сколько лет? Про какого червяка идет речь? Тоже мне понятно. Если мы говорили, не обращай внимания на него внимание. Что может пойти не так? Не знаю, там что-то меня все, как бы меня пытаются предостеречь. Нет! О, держаться! Бум, бум. Бочки мешают нам. Бумс. Бумс. По шарам ему чуть-чуть бахнул. Это пока разблочим. А, это разблочим. Еще прыжочек по башке ему. Последний ударчик. Да! Бумс. Все, оно потухло. О, еще понарождались тут мне. Вы чего? Мы так не договаривались. Еще вылупилось. Существо это подлое. Бумс, бумс. Ударчик. В воздухе мне ни разу урона. Ноль ошибок. Ни одного урона не нанесли. Смотри. Опа. И последний ударчик. Ноль ошибок, ребята. Ни одного урона не получили. Смотри. С ним расправился. Только так. Изи. Изи брейзи. Давайте сейчас запустим сока.
кактус джус. Куда-то мы вместе с кактусовым джусом провалились. Патрик, мне кажется, мы провалились в какую-то огромную темную круглую пещеру. Вырвало жуткое свирепое существо. Эту пещеру вырвало огромное жуткое существо. Короче, я наполнил кактусовым соком все, что надо было. И тут, короче, нас... Найдите способ вернуться в Монтафе. Ну, идем способ искать вернуться в Монтафе. Ой-о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 й. Сталактиты! Сталагмиты! Так, это падает. Я решил пойти. Не знаю, может, ошибка. Может, это ошибка, но я сюда залез, ребят. Может, тут какой-то секретик для меня занычкан. Бульбашка большая, прибольшая бульбашка. И что мне это дало, что я сюда закарабкался? Только эту бульбашку я смогу сюда долететь теперь? Не знаю. Бедный. Давай жопой на этот. Жопой на этот. На острие. Бедный. Губка. Губка, бедолашка. Оу, оу. Оп. Оп, есть. Угу. Я думал, что тут будет сложнее долететь. Были мы здесь или нет? О, чекпоинт закинули мне. Так, тут есть эти вот штуки, которые дают мне возможность собрать более редкие, наверное, эти бульбашки, что ли? Или чё? Sticky, sweet. Не знаю, пока что паркур у меня неплохо получается. И чё? А, там может финальная, самая крупная бульбашка. Вот это вот. А что это за бульбашка? Какая-то особая. Золотоискатель. Какая-то жаба с гитарой. Привет, чужеземцы! Что привело вас в это древнее место? Если вам нужно золото, проваливайте, это все мое. Нам очень-очень нужно вернуться на поверхность, господин шахтер. Сэр, от этого зависит сода нашего друга. О, ну я мог бы позволить вам воспользоваться моим подъемником, но что мне за это будет? Ты смотри, какой корыстливый лягушонок. Все, что пожелаете, это удивительной парочке все под силу. Хорошо, это чертов аляскинский бычий червь, одержим моим золотом. Выбил мой блестящий зуб. Бам, вот так. Если вы вернете мне мой зуб, я смогу поднять вас на поверхность. Короче, надо какой-то зуб раздобыть. Найдите потерянный зуб. Пропавший зуб. Потерянно пропавший зуб. Что-то он золотоискатель мычит. Ты что мычишь? Мычит на меня что-то непонятно чего. Так, ну идем искать твои зубы. Или зуб. Ой, чекпоинт дали. Да, ну летим вниз. Может тут босс будет? Не знаю, лечу пока что. Не попал. Если бы я свободным зубом лунянского червя, где бы я был? Зуб. Боже, это реально логово. И что, какие-то, вон какие-то шахты, что ли? Вот есть какая-то кнопочка. Какая-то штука тут живет. Это что такое? Ну давай бахнем. Могу ли я по нему бахнуть? Не, ноль эмоций. Куда мне идти? Сюда? Где червь? Какие-то... Может, где-то червь заныкал? А что это за... Сюда. О, зуб! Я нашел зуб! В куче мусора зуб нашел. Мы нашли золотой зуб! Быстрее, давай вернемся к шахтеру! Пока кто-то здесь живет не начал свою там эту самую. Или уже поздно. А где червь сам? Не вижу. Где червь? Не вижу червя. Надо этих сначала всех побить, наверное. Нам не дадут так просто отобрать зуб. А вон там сверху, это их босс. Это ты, червь? Скидывай. А я могу на кнопку нажать? Нет. Да. Нет. Прыжок. Дайте трусы запасные. У меня закончились трусы. Сдувает. Еще плюются у меня все. Во меня все плюются. Все. Никто меня не любит. Помогите. На последний ударчик. Сматываемся.
Раз. О, трусы выпали с него. Берем. И... Так, чувак. Смотри, что будет. Отпульнул меня чуть-чуть. Я сейчас горбики все подбиваю вам. Еще один дамчик. На, по башке. Ого! Мочат меня! Отдайте трусы! Бум! Ого, сука, пузырей. Трусы гони сюда. Я кому сказал. Гони трусы. О, хорош. Где мои трусы? Отдайте. Я с косточками. Аборигены маленькие. Достали. На, пузырьчик. Бум. Ох, живучий. А что ты не вырубаешься? Фу. Еле справился. Вы видели, какая мокруха была? Их дофига реально там было. Бумс. А он уничтожил. О, открыли. Фух, это было реально заруба, прям заруба, я бы сказал. А где черви? Про какого червя шел разговор? Я не вижу червей. Камни разрушаю, червей нема. Черви, вы где? Зачем мне эти горбики валить? Я не знаю пока. Какой-то ерундой, по-моему, занимаюсь. Вот пещера подозрительная. Ну, может, мы сейчас туда еще как-то вернемся? Не знаю, и там пещера, и тут пещера. Бумц. Ой. Ого. Ого. Держаться. Оп. Я к тебе принес твой зуб. Я бы поставил золотой самородок на то, что ты уже стал кормом для червя. Но раз уж ты выжил, ты нашел мой зуб. Оставляет ли улитки слизь в лесу? Конечно. Как скажешь. Подъемник в вашем распоряжении, парни. О, я и не знаю, что вы там делали, но от вас ужасно воняет. Хорошо, давай воспользуемся этим подъемником, это должно поднять нам настроение. Вот подъемник. Но там, все ли мы там заграбастали, что могли? Вопрос, конечно, интересный. Ну, вроде бы как. Ладно, идем. Подъемник. One loading screen later. Я даже, честно говоря, не понял, что за червь, не видел. Подлагивай. О, следующий. По маршруту. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Следуй по маршрутам. Идем. Сюда. Оп-оп. Так. Привет, 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 привет. Вот это заберем. Бумц. Так, внизу какая-то есть стоечка. Если я ее разломаю. Ага. Ничего, у меня уже 2000 пузырей. Я вообще модный тип. 2000 пузырями, вообще четенький пацанчик. Оп. Так. Ну идем пока что просто все. Пока что все спокойно. О, опять конек. Конек-горбунек. Ой, поезд. Крадут нашу соду. Мы должны загнать поезд. Погоня за поездом. Бедная. Можно. Документ есть. Пропуск, типа, разрешение. Какая-то линза выпала. Что за кружочек не выпал? Так, поехали. Следуем за тебе негодяем. Прыжок, ускориться. Помню, помню. Оу, бочки пошли. Ой, какой-то слизь. Вам влево надо. Ускориться, ломаем. Прыжок. Парить нельзя на коньке-горбунке. Гамбургер. HP. HP. Ускоряемся. Бум. Разломал бочку с собой. Гамбургер. Ой. Увернулся чуть-чуть. Успел разломать. Ой. Ничего не вижу. Не вижу. Не вижу. Опа. Опять жижа какая-то. Что за зелень? Ускорение. Гипер ускорение. Бум-бум. Оп, левее. Оп, можно перепрыгивать эту гамбургер. У меня совсем жизни не осталось. Дайте гамбургер человеку поесть. Гамбургер, вот он наш. Драгоценный. Дамажит меня, дамажит. Оп. Бумс, так, это можно сбить. Это можно... Так, это можно тоже сбить. И это, по идее... Дайте гамбургер человеку голодному. Зацепился. Трусики, в порядке. Вот мои все эти, моя сода, кактусовая. Это все по праву принадлежит мне.
Воришки грязные, решили у меня соду своровать. Я вам сейчас покажу. Бум. На какой-то жижей плюется. Спермой какой-то. Так, открыли. Оу, да вот же он, воришка главный. Ага. Краб. Вонючий краб похитил соду. Ах ты ж, вот такой, такой. Бум. Как туда открыть? Ага, кнопочка есть. Оу. Сзади. Даже не заметил. Потому что я по стелсу пошел. Так, оп, раз. Два, пацаны, два. Оп. Вниз, прыжочек. Это можно забрать. Пузыречек один туда вам. Еще пузыречек. Бум. Ой, обстреливают. Опять это малафьё на меня кидают. На, пузыречек тебе. Замолчи. Бум, тебе 2 очки, да, помню, что у тебя 2 очки, да, еще один ударчик. Так, внизу ничего не было вроде бы. Идем, значит, дальше. Держусь! Все проваливается, все пропало. Всех развалил. Назад вернулся. Пианинка нашел. С туалетной бумагой вместо нот. Так, тут 2 чудика у меня. Бум. 1, 2, 3. Тупо всем раскидал. Держись. Так, там труселя видел. 1, 2, 3. Кнопочку нажал. Пошел. Стрельнул. 1, 2. О! Минус КП. Разбил ящики. Заморозил. Баху. Опа. Не тормози пузыри. Достижение у меня, ребяточки. У меня достижение вообще. Не тормози. Пузыри. Достижение мне дали. Не тормози. Пузыри. Так, тут зацепимся. Оп. Все четенько. Кактусы. Как я вас люблю безмерно. Как я вас люблю. Сзади ничего нет. Проверил секреточку. На наличие секреточки. Оп. Батутик себе раскинул. Так, все хорошо. Батутик. Давай. Без батута справился. Вы это видели, какой я ловкий пацанчик. На, раз. Сдувает меня. Конечно. Сдувает, конечно. Еще один. Видите, бум. Сдувает. Оп. На, еще раз. И последний, финальный. Держи. Есть. Взрывайся, малой. Малой, взрывайся. Бум. Давай, пузыречек. Не получается. На, в этого. Да что ж ты так высоко у меня. Бум-бум. Они уже по 2 удара, что ли, требуют? Что-то они какие-то жесткие, да? На тебе. Дышло. Последний ударчик будет крутовой. Крутимся. Оп, пузырчик. Не попал. Бум, пузырчик. Ты там держишь? Трусы не берем. Трусы у меня все. 4. А когда можно будет себе прокачать, чтобы у меня было больше трусов? Не знаю. Краснорукий разбойник. Старый рак. Sorry, sheriff. I'm taking this one in. I sure should stop drinking so much cactus soda on the job. Ой, это мой уровень, помощник шерифа. Достижение. Я лечу. Водоворот какой-то. О, портал меня тянет. Ой, подлагало. Типа загрузочка, ну как. Загрузочка, в которой ты можешь еще даже управлять немного. Фумц. Жижа это вся, слизь. О, вот он. Мы его типа вытянули с этого. О, мальчик, это преподало мне очень важный урок, мистер Крабс. Что, дело было не только в деньгах? Что? Нет, дело всегда в деньгах. Но я узнал, что я не могу назначить цену за своего сотрудника месяца. Я пришел помочь, мистер Крабс. Мы найдем Перл и Красти Краб. И вернем их обратно. Вот молодец, теперь иди. Я уверен, что теперь ты сможешь передвигаться быстрее с твоим новым навыками езды. У нас осталось еще много друзей, которых нужно вернуть домой. Патрик, вперед!
Вумц. Так, как сделать путешествие по карте? Карта позволяет вам возвращаться в любую контрольную точку, до которой вы добрались в мирах желаний. Ее можно открыть в любое время через меню паузы. Используйте карту, чтобы повторно посещать миры, выполнять побочные задания и зарабатывать золотые дублоны. Битвы с боссами можно будет повторить, как только вы завершите весь сюжет. Мы должны спросить Кассандру, где нам еще там что-то знает все, как будто она все спланировала. Помощник шерифа, карта там что-то разблокирована. Кассандра вот здесь у меня стоит. Тут у меня чекпоинтик стоит. Тут у меня какие-то, вон даже есть какие-то противники вон там. Непонятненькие. Так, мы там через Escape можем заходить в Q на костюмы. Вот такой костюмчик с этой фиговиной на башке. Вот еще такие. Загружаемый контент костюмы. Ой, такой старенький, типа. Туп-т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 уп. И давайте, это мне нравится. Компания, это загружаемого контента. Бонусные всякие масочки. Это мне нравится. Все равно это прикольнее. С такой фиговиной на башке. Так, значит, это у нас поля медуз дикого запада. Ракушки все открыты. На этой карте нет активных заданий. Поговорите с Кассандрой. Идем дальше. Параметры. Карта мира. И костюмчики. Ну все. Идем к Кассандре. Идем. Ой. Так, а где она? Вот она. Что она мне скажет хорошего? Боб, мне нужна твоя помощь. Карен нам говорит, робот, гордость Шелдона никогда бы не позволила ему попросить тебя, но из-за твоей шалости помойное ведро опрокинулось, и нам нужно, чтобы ты перевернул его обратно. Мы уже все тщательно рассчитали и построили агрегат, но Шелдон не учел свой небольшой рост. Извините, мадам Кассандра вмешивается в разговорчик. Есть вещи поважнее, чем опрокинутые мусорные баки. Это не мусорный бак, это ведро. И это единственный ресторан в Бикини-Боттом. Я знаю, что сейчас каждый согласится есть даже из ведра, но в данный момент судьба всей вселенной висит на волоске. Ничего страшного, я уверен, что вселенная может повисеть еще, пока мы помогаем друг другу в беде. Так, поговорите с планктоном в помойном ведре. Так, какие-то улитки прям такие интересные. Повоспитываем немножко. Бум. Так, идем попробуем побеседовать. Тут какой-то проход странный еще. Подозрительный проход. Как будто бы его там специально охраняют от меня. А, вот он, планктон. Не понимаю, почему это не работает. Мои расчеты безупречны. Может, мы сможем помочь? Мне не нужна ваша помощь. Но если вы хотите загладить свою вину за весь этот бардак, то, пожалуй, я позволю вам мне помочь. Вот, используйте этот сверхскоростной импульсный усилитель, который я изобрел, чтобы довести дело до конца. О, это доска для бабл-серфинга? Да, но я придумал для нее модное название, так что это моя заслуга. Так, что мне дали? Музыкальный серфборд, чтобы достичь... Смотрите, пузырный серфборд, чтобы достичь дна. Не понял, как. Так, туда мне пока не хотят пускать, меня туда приглашают. Здесь местный житель какой-то. Привет. Горожанин обахнул. А как мы его использовать? Эта тетенька стоит. А, вон там сверху. Так. Подождите, как хочу это разбить. Сейчас будем бортать. Так, о. Как сделать пузырный серфинг? Жук. Так, надо просто на него прыгнуть-то и все. И все. Легко дня. Чего? Что произошло? Что произошло? Я думал, я могу таранить это все, сбивать на своем пути, оказывается, нет. Так, у меня появляется масса вопросов. Во-первых, могу ли я на серфинге стрелять пузырьками? Могу. Держись! А!
я неудачник. Я не знал. Я хотел эти все коробочки поразбивать по дороге, прицеливался. Что-то мне не получалось, как я задумал сделать все. Ладно, есть еще попыточка, в принципе. Бесконечное количество. Это радует. Ага. Вот. Держусь! Кнопочка. Так, и что я сделал? Помойное ведро. Во, поднял помойное ведро. Я никогда не бывал здесь раньше, старик Дженикс. Но поскольку Красти Краб исчез, у меня, похоже, нет выбора. Есть ли здесь что-нибудь съедобное? Технически да. Мы, жители Бикини Боттом, должны держаться вместе в эти трудные времена. Итак, да будет известно, что помойное ведро смиренно примет на себя роль единственного источника пропитания в городе. Ну и дураки же вы! Маниакально смеется Планктон. Они будут с помойного ведра, короче, все кушать, я так понял. Планктон, я всегда подозревал, что в глубине души ты полезный член общества. Тут смешно выглядит губка такой в этой самой своей этой шляпкой. И не волнуйся, мы с Патриком не остановимся, пока не приведем все в порядок, чтобы никому больше не пришлось есть в помойном ведре. Так, вернитесь к Кассандре. А чё тут какой-то флажок нарисован? Если поговорю с ним... Эй, вы, дружки, насмешники, слушайте меня внимательно. Мне удалось найти следы Ципа, но они разбросаны повсюду и ведут ко всем этим порталам. О, ты, Цып? Цап отправился на поиски приключений. Я велел слушать. Вы должны искать его во всех мирах, в которые вы попадете. Только вы можете вернуть его. Не переживай, Планктон, мы будем искать его повсюду, пока он не вернется домой в целостности и сохранности. Хорошо, а теперь прочь с глаз моих. Так, вернитесь. Так, найдите укрытые места какие-то. Кассандра нас еще... Надо уже серию завершать. Ну, как бы интересненько. Что тут? Ну, идем еще к Кассандре. С Кассандрой поговорим, чтобы понимать, что нас ждет в следующей серии хотя бы. О, боже, да! Столько чистого желе, без примесей, столько необузданной мощи. Я вам говорил, что она что-то затевает с этим желе, которое мы затеваем. Она какой-то ритуал готовит, походу. Для создания вашего следующего костюма, он вам покажется очень знакомым, но не дайте внешнему виду обмануть вас, когда вы пройдете через очередной портал. О, теперь я таким буду. О, мой костюм для карате, самый стильный наряд, который у меня есть. Пропуск. Уже синяя лошадка. На этих морских коньках мы сможем передвигаться. Ну и трясти будет гораздо больше, особенно тебя. Так, ну тут еще был этот момент мне интересен. Давайте что-то посмотрим. Мне просто интересно, что тут надо. Тут есть босс. Тут есть плевачка. Ауч, попали разочек. Раз. Два. Кнопка какая-то есть. Последний удар. А чё я этим открыл? Какой-то пьедестал. К чему? К трусам? Наверх туда? А зачем туда мне попадать? Допустим, попробую посмотреть, что там меня ждет. Просто интересно. Трусики нашел. И чего? Какая-то вышка. Что-то такое. Это бумажка. Стикеры. Один из девяти стикеров я нашел. А зачем мне эти стикеры нужны? Найдите новый портал. Новый портал мне нужно найти. Новый портал. Это я, получается, один портал до конца. Один мир прошел. А сколько здесь миров будет всего, я без понятия. Так, вот это что мне интересно. Вот он, кстати, здесь и новый портал находится. Не знаю. Какой-то чувачок стоит загадочный. О, это вы, сладкая парочка. Хотел бы я иметь такого друга. Сюда, похоже, мне пока что нельзя идти. Красная черта. Меня сюда не жалуют. Не хотят, чтобы я туда шел. Ладно, у меня тут еще какой-то есть непонятный проходик.
Туда мне, наверное, пока не нужно. Я ищу какие-то секретики, понимаете? Ищу какие-то секретики, которые, судя по всему, мне не нужно искать пока что. Может, потом там какой-то новый мир откроется, типа портал. Так, что мы... Какие мы новые способности получили? Новые способности. Лошадка вот синяя есть. Ну давайте прокатимся на лошадке, поглядим, куда нас она привезет. Почему она такая? Прыжок, ускорится, спешится. На и спешится можно. Еще и можно спрыгнуть с нее. Чекпоинт. Я теперь могу постоянно на ней. А ну-ка, на трамплин. Я могу теперь постоянно на ней прыгать. Какая? Прикольненько. И быстрее передвигаться. Наконец-то я могу использовать свой черный пояс по назначению. Время я носил там что-то. Так, вот портал. А тут что у меня? Какая-то замануха. Мы не отсюда пришли с часом с вами. Прискакали раньше. Видите, даже кнопка нажата. Судя по всему, я здесь когда-то был... Что-то нажал. Я, наверное, сюда пришел. Видите, появляются снова эти розовые жилейки появляются. Какой-то рыбак сидит. Представь себе жизнь в открытом море, где никто не может сказать тебе, что от тебя воняет. От тебя воняет, я тебе скажу. Так, вот портальчик. Вот портальчик. Теряйте надежды, Губа Боб и Патрик уже в пути! Пумц. Найдите новый портал, путешествие в новый мир. Ну, глянь, интересно, что там за мир, хотя бы узнаем. Засосало, пацана, засосало. Мы типа летим, сейчас немножко можем управлять им. Мини-спойлер, что будет в следующей серии. Бум-бум-бум. О, теперь я знаю, почему их называют соединениями лимузин. Сначала их нужно растянуть. Ты думаешь, Сэнди пошла сюда? А на задание казалось мне кинозвездой, киноизвестной белкой. Хорошо, что сегодня я нанял длительный слой там какой-то ерунды. Короче, все. Идите по ковровой дорожке. Вот по этой ковровой дорожке. Этот не выпускает нас. Жабы, телохранители меня не выпускают. Вот пузырчик большой. Тут тоже большой пузырчик для паркура. В следующей серии будем уже тут играть и проходить, идти к Сэнди и тому подобное. Спанч Боб. С вами прощается комик Космик Шейк. Версия игры называется. Всем пока-пока.